при дворе появились люди, которые просто так нигде не появляются. Это же экспедитор! Самойлов. Вот вам, например, за прелюбодеяние с чужой женой грозит ползад. Что-что? Тайны души человеческой известны одному только Господу Богу. И мне. Беда у нас. Дружка твоего зарезали ночью в крепости. Допрашивать некого. И что же мне делать? Проникнуть на корабль, скажем, под видом курьера и выкрасть почту.